Перезахоронение советских воинов, павших на Сталинградской земле, состоялось сегодня в Городищенском районе. Траурная церемония на мемориальном кладбище в Росошках была приурочена к 70-летию начала варварской бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 15-летию создания самого мемориала. Останки почти 800 советских воинов были найдены поисковыми отрядами в ходе ежегодной вахты памяти. Имена 40 с лишним красноармейцев удалось установить. Это уроженцы Сталинградской, Костромской, Тамбовской, Московской, Запорожской и многих других областей. Родственники некоторых из них приехали на траурную церемонию. И это, по словам самих поисковиков, то, ради чего они каждый сезон снова и снова выходят в поле. Ведь иногда бывает и так, что потомки погибших воинов даже не знают, что свои головы их отцы и деды сложили на Сталинградской земле. Мы подтягиваем другие регионы, так называемые тыловые регионы. Там, где конкретно боевых действий не было, они приезжают и ищут своих земляков. По вахте «Росошка 2012», значит, вот мы сегодня похоронили 792 человека, а из них более 400 – это вот нашим лагерем поднято. За два сезона, значит, это этого года и осень прошлого года. Сегодня, говорили участники митинга, над нашими головами яркое солнце и чистое небо. И этим ныне живущие обязаны в том числе и воинам, чьи останки лежат в одинаковых красных гробах. Поиски павших солдат будут продолжаться еще долго, ведь по примерным подсчетам на Сталинградской земле погибло около 1,5 миллиона красноармейцев. Из них найдено около половины.